Всем привет! С вами Влад А4, Глент Кобяков. И сегодня у нас будет челлендж «24 часа бегаю по улице голый». Постой, Влад, а где Кобяков? Опять уснул в туалете? Кобяков! Кабачок! Кобяк! Кобыла! Нет, Глент, я совсем забыл тебе сказать. Кобяков больше никогда не будет снимать с нами ролики. Как не будет? А где он? Ну, это долгая история. У нас с ним произошла одна заварушка, скандал, драка, короче, полная жесть. Тебе лучше не знать, что между нами произошло. Это просто взрыв мозга. Ну так расскажи! В двух словах тут не получится рассказать. Тут нужно отдельный ролик снимать, как мы с Кобяковым поругались. Но если подписчики захотят, то я как-нибудь сделаю об этом ролик. Если на этом видосе наберется 100 тысяч лайков. Давайте, народ, накидайте лайков! А то мне самому не терпится узнать, что у них там произошло и из-за чего ушел Кобяков. Но, Влад, а кто теперь будет снимать с нами челленджи? Ой, да разве это проблема? Любой человек будет рад попасть к нам в команду. Ну, не знаю. Тут не все так просто. Тебе нужны самые лучшие, такие как я. А то, если я уйду как Кобяков, то ты вообще один останешься. Так что подними ко мне зарплату. А то ты ездишь на гелике, а я на велике. И то в ипотеку взял. Да? Думаешь, я без вас не справлюсь? А вот и не справишься. Смотри сюда. Эй, народ! Освободилось место Кобякова. Кто хочет его занять? Войдите. Привет. Можно к вам в команду? Я Серега. А почему мы должны тебя взять? Ну, я ученый. Могу изобретать всякие крутые штуки, которые будут вам полезны в ваших приключениях. Нет. Это все фигня. Лучше ответь на такой вопрос. Ты готов работать каждый день бесплатно? Ну, да, наверное. Тогда ты принят. Иди к нам. Ну что, Глент, что ты там говорил про зарплату? Или ты уже уходишь? Да нет, я же пошутил. Хорошая у меня зарплата. Я даже могу себе позволить чай с заваркой. Ну вот и отлично. Кстати, Серега, я пошутил, что ты каждый день будешь работать бесплатно. Правда? Уф, как хорошо. А то я уже испугался. Ну ты чего? Я же не жмот какой-нибудь. В конце каждого месяца будешь получать одну шаурму. Всего лишь одну шаурму в месяц? С сыром. Спасибо. А теперь начинаем челлендж. 24 часа бегаю по улице голый. Просто-просто пушка, малышка безделушка. Ой, извините, кто это там звонит? Кобяков? Алло? Глент, я в беде, спасите меня! Что случилось? Ты где? Я в заброшенном детском лагере, за мной гонится огромный монстр. Кобяк? Кобяк! Влад, что происходит? Какой монстр гонится за ним? Я знаю, кто это. Это сиреноголовый. Но почему Кобяков пошел на заброшенный детский лагерь? Это нам и предстоит узнать. Собираемся. Сегодня мы будем охотиться на сиреноголового. Влад, ты такой хороший. Ты будешь рисковать жизнью, чтобы спасти Кобякова. Да при чем тут Кобяков? Просто ролики с сиреноголовым всегда набирают много просмотров. Ну все, погнали. Вот этот страшный заброшенный лагерь. У меня мурашки по коже. Влад, я боюсь. Тут и без всякого сиреноголового страшно. Не бойся, Глентозавр. У нас же есть оружие против сиреноголового. Ты же взял его? Ну, так, взял, что нашел. Давай сюда. Это такой прикол? Ха-ха-ха, очень смешно. Гони бластеры. Но я их не нашел. Наверное, Кобяков забрал. И что нам теперь делать? Ты как с рогаткой победишь монстра-великана? Ну, может, запульнуть ему камнем в глаз? Это я тебе сейчас запульну камнем в глаз, а у сиреноголового нет глаз, у него сирена вместо башки. А может, его ножичком затыкать? Я тебя сам сейчас этим ножичком затыкаю. Ребят, я могу сделать нам пушки, мне нужны только материалы. И где ночью в заброшенном лагере найти материалы для бластера? Ну, думаю, это подойдет. Просто опупенно. Серега, как я рад, что ты с нами. А у Глента нужно забрать бластер, пусть с рогаткой ходит. Да ладно вам, все ошибаются. Но только Глент ошибается постоянно. Я, кстати, еще гранату сделал. Если что, спрашивайте. Серега, ты мой краш. Ну все, давайте напуляем этому сопливоголовому полные штаны плазмы. Как тут темно, ничего не вижу.
Да, будьте осторожней, не споткнитесь обо что-нибудь. А-а-а, прямо в пукалку! Ну, Влад, хватит дуться. Зато ты не сгорел, хоть ты и бумага. Лучше молись, чтобы я не споткнулся так же. Ой, ага, а-а-а, помогите, она меня сожрет. Ха-ха! А-а-а! Значит так, пока мы тут друг друга не поубивали, давайте будем осторожнее. Да, сиреноголового еще не встретили, а уже поджарились. Влад! Глент! Помогите! Это Кобяков кричит! Бежим! Ребята, как я рад вас видеть! Развяжите меня быстрее, пока сиреноголовый не вернулся! А мы уж боялись, что он тебя сожрал. Да, Кобяков, объясни, что ты тут делаешь? Дело в том, что вы всегда называли меня Пуськой, енотом, и я решил доказать вам, что я не Пуська. Я пошел самостоятельно охотиться на сиреноголового, и он меня победил. То есть, ты сюда пришел доказать, что ты не Пуська, а в итоге подтвердил, что ты Пуська? Нет времени на разговоры, он может в любой момент появиться. Сиреноголовый близко! Но как мы его увидим в этой темноте? Надо залезть на высокое дерево, и с него будет видно, откуда идет сиреноголовый. Гениально, Глентик. Спасибо. Залезай на дерево. А чё сразу я? Ну ладно. Хоп! Так, 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 так. А ты прям скалолаз. Заслуживаю прибавки к зарплате? Нет. Блин. Ну все, я наверху. Что там видно? Влад! Что? Влад! Что? Это сиреноголовый! Стреляем по этой чувырле! Да, мы сделали это! Кобяков? Это ты меня ударил? Но зачем ты это сделал? Мы же тебя спасли! Вы спасли меня? Да я сам заманил вас в эту ловушку! Что? Я пришел в этот заброшенный лагерь и договорился с сиреноголовым, что мы будем работать вместе, чтобы поймать вас и проучить. Но зачем тебе это нужно? А ты забыл, как ты поступил со мной, когда мы с тобой поругались? Думал, я не отомщу тебе? Да что там между вами произошло? Расскажите уже кто-нибудь. Если подписчики захотят, потом сделаю об этом ролик. 100 тысяч лайков. Кобяков, но я-то тут при чем? Отпусти хотя бы меня. Ага, сейчас. Ты занял мое место и думаешь, я тебе это прощу? Смотрите, сиреноголовый сюда идет. Он что, собрался нас съесть? Кобяков, это твой план? Чтобы нас тут убили? Да нет, мы так с ним не договаривались. Я сам не знаю, что он собирается делать. Стой, что ты делаешь? Мы же договорились просто их напугать, а не сожрать. Отойди от моих друзей, ёлка бешеная! Сиреноголовый сейчас порвет Кобякова. Мы должны ему помочь. Да, действительно, он один не справится. Глент? А ты как выбрался? Так я же взял с собой ножичек. Офигеть, он пригодился. Развяжи меня. Точно? Ты же ругал меня, что я всякую фигню беру вместо нужных вещей. Ну, извини, извини, ты молодец иногда. Так, что теперь будем делать? У нас больше нет наших бластеров. Если что, у меня осталась одна граната. А у меня рогатка. Это то, что нужно. Эй, собакоголовый, я тут. Да! Йоху! Yes! Ребят, вы это, извините меня. Я просто хотел вас напугать, но все пошло не по плану. Ладно, все совершают ошибки.
Ну что, вернешься к нам в команду? Да, возвращайся. Блин, это что, мне опять придется идти официантом работать? Нет, я принял окончательное решение. Я хочу добиться всего сам, поэтому я не смогу к вам вернуться. Прощайте. Влад, ты же на машине сюда приехал? Не подкинешь до города? Конечно, пошли. Ха-ха, решил он добиваться всего сам. Заткнись, глинтоголовый! Слышь, пацан, а быть может не пацан, не ленись, подпишись на мультихайп.